Через год в Ульяновске должен появиться один из крупнейших центров художественной гимнастики. Строительство ведется с 2017 года. Много ли построено, проверил вчера Сергей Морозов. Несмотря на то, что проверка получилась неплановой, увиденное губернатору, по словам строителей, понравилось. На сегодняшний день работа выполняется в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Поставлена задача выполнить работу в 2019 году на 112 миллионов. Эта задача будет выполнена однозначно. Что мы за эти деньги, как говорится, получим? Мы получим полностью контур здания, застекленное, с крышей, с полным, скажем так, обеспечением для подачи тепла и инженерных сетей подключения. Вот. Губернатор периодически, как говорится, посещает этот объект, он всегда наблюдает, очень требовательно, но сегодня он остался доволен. Работы не прекращаются, независимо от погодных условий, ведутся в две смены. Центр станет одним из самых крупных спортивных объектов Ульяновской области. Его площадь 10 тысяч квадратных метров. В центре будут проходить любые, даже международные первенства по этому красивому виду спорта. Три спортивных зала высотой более 12 метров, гостиница для судей на 20 мест, кафе, парковка на 192 машины. Немногие регионы могут похвастаться подобными спортивными сооружениями. Удобство, благоустроенность, комфортный функционал обязательно привлекут внимание гимнастов всего мира. Поэтому важно, чтобы здание было построено качественно. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.